Ну вот кино, наша зерновая лебеда, вчера была замочена 4 ноября, сегодня 5. И вот она не просто проросла, там вообще, там столько ростков, то есть вообще вот одни ростки. И уже длинные, даже, по-моему, уже семидоля она вот здесь, семидоля уже выпускает. Так что схожесть и даже энергия прорастания, она просто колоссальная, конечно. Вот это зерновая лебеда или киноа. Это помидома, помидом.ру.